Базовый гардероб – это одна из самых простых и гениальных вещей в мире моды. Она позволяет махом решить проблемы, нечего надеть и не хочу даже думать, что надевать. По максимуму использовать ограниченное количество удобных и универсальных вещей – главный принцип капсульного гардероба. Он позволяет одеваться быстро и всегда сногсшибательно. Есть какие-то стандарты, нормы, сколько вещей должно быть в гардеробе? 11-16 вещей – это вот хороший базовый гардероб. 11-16. Это и верх, и низ. И верхняя одежда. Сколько времени девушке в среднем нужно, чтобы подобрать вот эти основные вещи? Если девушка гуляет одна по магазину, то может искать, я не знаю, день-два. Если со стилистом, 2-3 часа, и базовый гардероб у нее собран. Мне очень повезло, стилист стоит прямо рядом со мной. Мы сейчас сможем подобрать хотя бы 2 комплекта? Да, конечно. Прошу. Универсальной формулы базового гардероба не существует. Каждый из нас индивидуален. Если кто-то не любит платье, другой без них жить не может. Поэтому при составлении капсулы в первую очередь нужно проанализировать свой стиль и образ жизни. Решите для себя, какие вещи больше всего вам нравятся и в каких чувствуете себя комфортно и уверенно. И помните, база – это не только черные и белые цвета. В таком комплекте мы можем пойти и в кино, и в ресторан. Если мы заменим, допустим, на лоферы, мы можем смело пойти на работу. А если на кеды, то можем спокойно идти с ребенком, не знаю, гулять в больницу, в садик. Перед шопингом изучите палитру текущего гардероба. Нейтральные оттенки должны преобладать. Если в вашей капсуле только яркие цвета, обратите внимание на универсальные оттенки, например, бежевый, молочный, серо-коричневый и бордовый. Я делаю вот так. Нравится? Нет. Что, неправильно? Нет. Так нельзя делать? Мы делаем вот так. А мне кажется, все... Вот так. Сейчас. Вот. Так это значит одна из самых распространенных ошибок, потому что я регулярно замечаю за девушками, которые в магазине самостоятельно ходят без стилиста, они примеряют на себя, а не комплекты составляют. Надо обязательно составлять комплект. Если вы взяли лонгслив, возьмите джинсы, примерьте, идем к рубашке. Самая простая формула базового гардероба, которую всегда можно адаптировать под свой стиль – 4 верха, в том числе белая футболка и белая рубашка, 4 низа, среди которых джинсы универсальных фасонов и расцветок, 2 платья, 2 верха для многослойных комплектов, например, различные блейзеры, жакеты, безрукавки. Их можно комбинировать с водолазками и рубашками. И 4 аксессуара по своему вкусу. Мы выбрали удобный рюкзак. В таком комплекте мы можем пойти в кино, погулять с ребенком, в парке, на свидание, на легкое, романтическое.